Блин, я так угораю. Ну-ка, давай выходи. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Тутенпаута. Мы наконец-то, ну, смогли добраться до Рагнарёка. Я там уже отстрел такую, ну, немножко такой железный дом здоровый, который будет оснащен турелями снаружи. Спасибо вам за совет одному чуваку, который посоветовал проводку не вот так на улице делать, а внутри самого здания. Я вот теперь опытный и там, короче, собираюсь сделать, ну, нормальную, в принципе, защиту. А что насчет нас? Мы потеряли Анкилу одного, ну, буквально вчера его сожрал 135-й Рекс. Что еще? А, да, сегодня мы, возможно, приручим шипастого дракона, возможно, мы будем приручать анкилозавра, но для начала надо будет сделать хорошую ловушечку. Но перед этим я-то обещал помочь своему другу одному, который у меня сейчас сидит на Айленде, надо бы ему что-нибудь такое нормальное взять. Он просил там цементную пасту. Ну, вот ему возьму цементные пасты. Ну, так еще за бонус наркоты возьму. Надо же помогать людям. Так. И, короче, отправлюсь сейчас за кадром. Не переключайтесь. Мы... на следующем кадре я ему там отклею птерозавра, короче, ну, птеранатона, и буду делать вот тут вот на выжженной земле ловушку, ну, точнее, уже сделаю, и, может быть, найдем какую-нибудь топовую шипастую дракона и посадим его сюда. Почему сразу не идем делать защиту на Рагнарёк? Ну, потому что нужен шипастый дракон и анкила для кремния. Анкила для кремния, шипастый дракон для дерева будет хороший. А тиранозавра мы переместили на Рагнарёк. Ну что ж, ладно, не переключайся. Так, ну вот я и на самой карте нашей, и что я первым делом вижу? Сват. Что-то у сватов плохо, куда у них... живка-то делать. Странно. Не знаю, короче, что случилось у сватов, а нам надо не к сватам, а... Что нам надо? Имя Люси. Что мне надо? Блин, вот просил заспавниться на южной 1. Ну чё, вот заспавнился. Чё за хрень? А, блин, короче, вот мой друг находится сейчас, ну, понимаешь, на другой стороне берега, но должен там... А, да, ну вот, смотрите. Вон там птер, которого я притомил, стоит. И вот это племя, с которым мы сотрудничаем. Так вот, дорогие друзья. Так, сейчас ему сделаю подарочек. Ух, ни хрена тут. Глубоко, вы только посмотрите на этот красивый мир. Вот мне, кстати, было всегда интересно, вот тут вот на дне, это что, нефть, что ли? Вот видите эти полосы черной воде, да? Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях, это у нас что, нефть, что ли, так утекает под водой или что там? А то я просто не пойму. Так. Давай, что ли, дадим ему знак какой-то. О, господи. Вот что с тобой, давай, прогружайся. Мне пофиг сейчас на всю фигню, потому что... у меня эти очки одеты. На глаза, и мне поэтому пофиг на все, что сейчас происходит. Ты где? Оу, я что-то это спустился с этой горки. Сейчас мы к нему домой проникнем. Блин, я так угораю. Ну-ка, давай выходи.
Как там эмоции? Скорее всего, он не слышит, не видит, наверное, да? Где он ходит? Ну, сейчас ему дам подарочек. Забирает все. Так, теперь птера. Отвинуть надо. Так, здесь снять клеймо. Птера набрана. Все. Шикарно. Пусть он, короче, забирает. Так, и мы с тобой сейчас вот будем на выжженной земле заниматься нашей, разумеется, ловушечкой. Так, ну что, и сделал я томилку, выглядит она примерно так, состоит из 4 фундаментов, ну и примерно где-то больше 10 проемов для дверей. Эти проемы для дверей помогут нам, ну вот, например, вот так вот загнал ты сюда зверя, ну точнее поймал, привел, и вот так вот его палить, он никуда убежать не может, и тебе особого вреда не нанесет. Это и томилки такие можно делать хоть безумно большие, но я сделал маленький вариант. Сюда вполне сможет влезть топовый шипастый дракон, которого я сейчас как раз полечу искать на своем аргенте. Сейчас вот, как я только найду его, приступим к его приручению. Так, а вот и он. Моя вкуснятина. Во-во-во, смотрите, 140-й. Это просто идеально. Это топовый шипастый дракон. Сейчас мы его попробуем подцепить. И в нашу томилку его. Так, выжидаем время. Главное, чтобы никакая хрень не тут не помешала. И чтобы он нас не ушатал по дороге. Я думаю, мой аргент справится. Давай, мы сможем. Хватай. Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, судя по всему, он атаковать нас зубами, руками ничем не может, только хвостом. Ладно, это была хрень. Его эти шипы, это полная хрень. На самом деле, ничего особого-то они не делают. Хотя, вроде топовый. Наконец нашли топ. А то что-то вот летаю тут, а одна хрень всякая. Между прочим, со старым нашим местом тут я нашел этого нашего дружочка. Так, главное, чтобы стаминки хватит. Судя по всему, ее, наверное, не хватит. Эх, вот это вот плохо, что стаминки не хватит, конечно. Давай-ка его вот внизу сейчас поставим, а сами наверх передыхать. Вот так вот немножко, так. Опа. Он, разумеется, на нас в полной ярости. Так, ну, я думаю, мы его сейчас донесем. Его шипы усыпляет, но зверей не так особо. Может быть, людей может каких-нибудь маловольных усыпить. Ну а так его шипы еще. Ой, ёпта. Да тут плохо. Он кусался очень сейчас хорошо. Так, давай, давай, давай. Его надо просто закинуть в томилку и все. Все будет нормально. Он нам сейчас в основном будет нужен для дерева. Потому что
ну, как я тебе и говорил в начале серии, тиранозавра, не тиранозавра, а тиринозавра мы переместили на Рагнарёк, он там намного больше дерева добывает, а тут у нас будет мушепастый дракон, у него вес дерева меньше, плюс он может хорошо добывать дерево. Так, аккуратненько, аккуратненько, главное попасть. Отлично, он в ловушке. Это супер. Так, вот сюда аргента от греха подальше, заворотим нафиг. Так, а нам надо вот эту вот штуку сейчас с тобой затомить. Ну что, приступаем. Так, ты точно 140-й? Да, 140-й. Давай. Получай. Не везет тебе сегодня. Не можешь ты выбраться из этого пицца. Так, надеюсь, дротиков хватит. А то если не хватит, это будет фиаско. Должно хватить. В принципе, левел-то высокий. Наверное, томиться будет долговато. Возможно, не успеем притомить анкилу. Ну, какая разница. Главное нам это шипастый дракон. Давай еще. Все, лег. Ебать. А, не лег, убегает, отступает. Так тебе в попку. Когда он ляжет уже. Давай, пора спать. Ложись. И, кстати, вот таким же способом на аргенте мы его вынем отсюда. Так, все, он лег. Спит. Посмотреть на его параметры. Так, 140-й. Так, ну жизни 1144, выносливость. Неплохо с выносливостью. Урон в ближнем бою 180%. Ну что вы хотели, это шипастый дракон. Ну, в принципе, лаут-то хороший. Надо его поморить голодом сейчас, короче, будет. И если выйдет, найти баранинку. Если выйдет, найти баранинку, которая хрен знает где. Короче, к моменту приручения я тебе сейчас возобновлю видосик. Так, ну что ж, дорогие друзья, вот я и нашел своего барашка. У шипастого дракона нашего уже там, ну, совсем мало еды. Сейчас мы его приручим, и как раз я поставлю на него топовое седло и покажу тебе, ну, какая у нас, в принципе, на пока что на Рагнарёке база. Так, ну, барана на самом деле я уже находил и в нашу ловушечку с тобой засаживал. Но прикол в том, что пришел чертов раптор 100 уровня, я не уследил, и этот раптор волшебным образом сожрал барана. Кстати, ты можешь сейчас увидеть то, что у меня вон в углу еда тратит, уже вообще на исходе, бензинчик на аргенте, все плохо с ним. Ну, в принципе, что поделать. Это я столько уже тут налетал, короче. Пора уже бы кормить, но пока я не могу покормить. О, господи, такие большие расстояния летать. Я уже всю карту в поисках баранов это облетал. На самом деле есть три места. Есть место вон там за горами, есть место у красного обелиска, есть место у зеленого обелиска, а еще есть место вот там тоже, вон у этих горочек, вон куда вот туда смотрю, есть место с баранами. Ищите, короче, баранчиков там. Сейчас специально его буду грамотно разделывать киркой, как положено, чтобы у нас сейчас быстро приручился наш топовый шипастый дракон. Ну и, разумеется, он получит большие характеристики, уровень, потому что он же, по идее, приручился быстро, ведь мы его вон сколько морили голодом.
Ну и в принципе можно будет показать вам базу и закончить на этом великолепную серию. На самом деле уже где-то часа два прошло, а у тебя видео, ну, примерно минут так на 30. Это все потому, что я грамотно все сократил. Ой, борьба за баранину. Господи, баранина — это очень редкая тут. Давай восстанавливать витаминку и берем барана. Так. Уже вообще близко мы к нашему к нашей ловушке. Эту ловушку даже начальные уровни могут сделать и, в принципе, с арбалетиков, там, с луков томить, с чем вам удобно. Но ловушка реально удобная. Кстати, к ней еще можно рампы подсоединить, если вы, например, не можете вот так вот, как я на Аргинте, поднимать животных и куда-то их заталкивать. Вы можете поставить рампы, тупо в рампу, там, по рампе поднимете этот зверь, упадет туда, а вы через эту вот... через этот дверной прайм выйдете, а зверь, соответственно, нифига не выйдет. Так, вот у меня сейчас задача — убить барашка. Тупо убить барашка. Так, ну давай попробуем. Так, убил. На мясо. Бегом сырую баранину. Вот просто бегом ее. 21 штука. Ой, хватило бы. Только бы хватило. Серьезно, так мало? Так мало процентов? Ебануться. Охуеть. Бля. Бегом за мясом, за обычным мясом. Бегом, вот просто бегом. Ебануться. Ноги гнутся. Хоть с этого барышка так мало, ёп. Сейчас жареный дам. Ух, блю. Я ебал. Я не ожидал то, что так мало сейчас будет падать. Бегом. Так, на-на-на-на-на-на. Кушай. Ебать мало. Я ебал. Он все-таки серьезный чувак-то. Да и баранины что-то мало выпало. На какой-то фиг. Офигеть. Так, ну погнали за следующим бараном. Ну что могу сказать, друзья? Может, мне сейчас поможет мой друган, может, не поможет. Скорее всего, не поможет, конечно. Ну, короче, я не учел одно. Для такого хорошего шипастого дракона надо много времени потратить. А я, к сожалению, сейчас уже не могу тратить столько времени. Возможно, я позже какой-нибудь левел поменьше найду. Но мы можем вот этот вот левел притомить, но... Ой, короче, походу не судьба сегодня такой левел притомить. Но сейчас я тебе покажу, как мы обустроились. Точнее, я сам обустроил на Рагнарке. Ну что, друзья, вот мы и на Рагнарке. Вот это вот моя такая обустройка, как вы видите, тоже у зеленого обелиска. На этой поляне у нас там дальше будут грифон и так далее. Но это уже следующие другие серии. Мы попытаемся приручить, так сказать, грифона. Вот такой вот домино у меня. Я внутри уже веду провода, хочу тут провести провода, чтобы там снаружи турели поставить. Вот у меня тут мой бочонок 165 уровня уже есть. Так, там энергия в генераторе, походу, кончилась. Ну, пофиг, не важно. Ну, вот, короче, такая вот обустройка.
Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутем Палт. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставь лайк, подписывайся на канал, жди новых роликов. Следующий ролик примерно в четверг будет. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.